Я знаю эту каузу, знаю эту площадку. Поэтому такие вопросы, почему выносим, чтобы вы должны свое мнение, чтобы потом вам и соседи, когда начнут ваши, говорят, зачем вы отказались от этого или от этого. Поэтому мы вас и собираем именно, чтобы предметно поговорить по площадке. Давайте сейчас еще раз подумаем, да, и выскажите все за и против, и потом решим. Так человек, который много и часто проектирует проекты, когда я делаю какой-то проект, всегда не хватает той суммы, которую, допустим, нужно на дело. И как я думаю, вот если я запроектирую то, что нужно здесь сейчас, так чтобы было много, а то есть потом, когда не будет денег, где я возьму, ну, что-то другое. И здесь я как рассматриваю, сейчас есть возможность, ну, взять несколько миллионов. А фонтан стоит несколько миллионов. Вот эти вот площадочки, они стоят, ну, там, 100 тысяч, 150 тысяч. Потом будут другие программы. И легче потом донаставить вот эти вот малые архитектурные формы. Потом мы не сделаем никогда фонтан. Ну, мне, это мое отличное мнение, почему как бы я влюбилась вот в это место. Потому что когда я увидела смысл того, вот этих людей, которые делали вот этот вот парк, вот именно этот фонтан, то, что там улитка, вот этот вот кит, который, да, из которого вода шла, что, ну да, это опять же история, что люди хотели увековечить что-то. Вот смысл какой. Архитектурные формы, да, они постоянно эти конкурсы проходят, вон, ставьте эти архитектурные формы через год, через два, через три. Просто давайте мыслить немножко масштабнее, мне так кажется. Восстанавливать. Наоборот, в городе сейчас восстанавливают. У меня большое сомнение в том, что...